Жители Донецкой области выступают против незаконной добычи лития в этом регионе. Об этом рассказал нардеп Сергей Каплин. В ходе рабочей поездки он встретился с активистами Великоновоселковского района. В начале этого года несколько предприятий получили специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на местном Шевченковском месторождении. Местные жители опасаются за свое здоровье, поскольку добыча лития несет угрозу окружающей среде, и собрали уже более 1000 подписей против такого решения властей. По словам нардепа, добыча это незаконно без согласия жителей, и этим делом уже занимается прокуратура. Жодних видобутків, жодних дій над землею, яка належить простим українцям, зокрема мешканцям цього району, мешканцям Донеччини, не можна робити без згоди цих людей. Сьогодні у людей хочуть забрати право погоджуватись або не погоджуватись на ті чи інші дії з надрами, які згідно Конституції належать цим людям.